пчелка вот неплохая, нормальная пчелка. Вот. Чуть-чуть прокармливаем так вот. Нормально. И медик есть, все. Ну, вот сейчас вот один раз вот мы им дадим. И думаю, что этого им и хватит. Кормушки хорошие, мне нравится. Вот, слава богу, я вот перешел на эти кормушки. Как говорят, я Божий свет увидел с этими кормушками. А то этими галлоновыми кормишь, 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 кормишь. Мне надо 6 раз прокормить. А так вот где 3 раза, где 2 раза. Но больше 3 раз нигде не кормил. Хватает. То, правда, даже вот Толик сегодня ездит там, обрабатывает, говорит: о, дядя, короче, сильно много меду. 3 раза где прокормил, сильно много меду. Ну ничего, время еще есть, еще октябрь они поедят, плюс ноябрь, декабрь, пока мы в Калифорнию привезем. Так что все нормально. Так, вот смотрите, виноградники какие. Винограда усыпано. Нормально. Ну, дымка еще, вот смотрите, еще там вдалеке дым еще стоит. Видно, не все еще потушили, не все пожары потушили. Ну, посмотрим, как оно будет и что оно будет. Будем видеть. Ну, пока нормально, слава богу, хоть воздух хороший. Дороги хорошие, мне нравится. Едешь, душа радуется. Вот так вот стоят тачки. Я не знаю, чей это тачок, но стоят тачки. Ну, уже как бы сейчас укомплектовывают, свозят, укрупняют тачки. Потому что дожди потом сильные начнутся, мы не сможем забрать пчел с этих тачков. То опять вот 4 дня показывают, что будет дождик со среды начиная. То вот сегодня 2 тачка, завтра 2 тачка. И так вот потихоньку вот эти, которые где заехать не сможем, то будем свозить. Но я думаю, числа до 10 октября мы должны закончить полностью. Даже нет, наверное, до 5 октября должны полностью будем закончить свозить всех пчел. Уже у нас не должно остаться пчел. Потому что там, ну, в любое время может как зарядить, короче. И как бы по пчеле смотрим, что интересно в этом году. Обычно в это время матки шуровали конкретно еще в том году. Да и те года. А в этом году столько много прополиса. Плюс уже многие матки просто прекратили сеять. Расплод только печатка. Вот Толик сегодня там смотрел, говорит, 3-4 рамки еще, если так все собрать, то по 3-4 рамки хорошего расплода еще печатки есть. А матки уже прекратили сеять. Значит, они чувствуют, что в этом году осень будет очень ранняя. Слава богу, вот считай, 10 дней прошло, чуть больше. После этого дыма вот небо немножко поголубее стало, видно хоть его стало, а то жили так, как будто настал конец света. Ну ничего, Бог еще смиловался над нами, дал нам все и погоду прекрасную, и дожди такие прекрасные прошли, то неплохо. Хочу показать вам, какие здесь вот виноградники и как они растут. Посмотрите, вот сверху вот это вот они вызревшие, видно, поздно завязалось. А вот такой вот виноград вот. Ну, здесь не очень хороший. В Калифорнии лучше намного виноград, сладше.
Здесь не очень, но это очень высокие. Обычно они как бы ниже делают. Видите, вон кисточки даже не вызрели. То я думаю, в этом году он вообще не очень хороший будет. Вот заехал до Карла. Посмотрите, дыньки какие у него. Шикарные. Эй, Карл, как ты? Good, how are you? Good, honey. Hey, we're gonna have a lot of quince this year. Yeah? Oh, okay. I don't think they're quite this... Посмотрите, какие дыньки у него здесь. А. Он молодец. Такой трудяга, любит землю. А вот я хочу показать, какие тыквы он повырастил. Это тоже дынька. А вот от тыквы, посмотрите, какие интересные сорта. Вот этот вот сорт, посмотрите. Такой, как будто в проказе он. Такой вот, шишки такие. Ну, интересно. А это вот, посмотрите, какая громадная тыква. Вот это, еще больше тыква. Вот, смотрите, какие интересные сорта. Очень интересные тыквы. Что-то это пропала тыква. А это, посмотрите, какая. Вот она. Почти мне по колено, короче. Вот колено мое почти по колено. Прекрасные тыквы. Вон еще цветут. А у меня там вот за теми березками сейчас подъеду. Прокормлю их. И поедем. В ШАП уже готовиться надо будет к перевозке. Посмотрите, какая айва крупная, но она еще зеленая, еще, наверное, недели две. Вот как она пожелтеет. Тогда у него два дерева, и вот это все айву он мне отдает бесплатно. Моя жинка варенье варит. Помидор, смотрите, сколько усыпано. Груши. А ну-ка, есть груша? Да, вот она, груша. О, посмотрите. О, как раз одна сорвалась груша. Вот это вот груши японские. Они мне так нравятся. Они такие сочные, прекрасные груши. О, молодец он, трудяк. Вот они еще тоже. То нормально. Любитель так вот. Ну, его земли тоже много, земли. Держит. Свиней держит, курей держит. Продает мясо, все, короче. Хочете, пожалуйста, приезжайте, забирайте. Ну вот, Карл меня угостил дыньками. Яблочки я сам сорвал. И эту грушу сам сорвал. Ну вот, угостил еще баночку огурчиков. Это он все сам делает. Маринует все сам, короче. Варенье варит, короче. Такой мужик американец интересный, короче. Классный мужик. Ребята, сливы какие. Он сказал, подошел, говорит, можешь все забирать, рвать. Посмотрите их сколько здесь. И какие крупные. Как груши он, смотрите. А сладкие какие. Просто прелесть. Просто прелесть. А, нарву, жинка. Варенье сварит. Никогда не варила в этом году. Говорит, давай слив. Варенье варить. То... Как раз я купил там коробку, она сварила, ну, больше сварит. Вот это его лес, и вот дорога идет, и вон столбики, и вот аж до тех деревьев, это все его земля. То нормально. О, здесь еще вон сколько, смотрите, оказывается, слив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, море слив. То нарвем, пакетов нету, ну, сейчас сколько есть. Пакет вот есть, яблок нарвал, хорошие яблоки, неплохие, вкус нормальный. То а потом уже покормлю пчел, да, поеду в ШАП. Вот и помогли мы Карлу, собрали урожай. Он сказал, больше не будет собирать, наварил варенье всего. То нормально, это все органик, здесь никакой химии абсолютно нету. То нету пакетов. Завтра, если что, приеду, еще сливы дособеру.
Ну что, Женька, что-то на сливы припало, то нормально будет. Красивая осень. Плоды красивые, все красиво.